Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 добавить отпечаток пальцев. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Безопасность», «Отпечатки пальцев». Затем выбираем дополнительный способ разблокировки экрана. Это может быть графический ключ, пин-код или пароль. Давайте выберем пин-код. Затем вводим наш пин-код. Затем его подтверждаем. Затем выбираем, хотим ли мы видеть уведомление о заблокированном экране. Можем показывать. Можем показывать только... скрывать конфиденциальные данные. Можем не показывать уведомления вообще. И затем... нажимаем «Настроить отпечаток пальцев», находим сканер, он у нас находится здесь, на задней панели телефона, и тыкаем по нему пальцем несколько раз, чтобы он запомнил наш отпечаток. Во! И нажимаем «Готово», и теперь при помощи отпечатка пальцев мы можем, к примеру, разблокировать телефон, не вводя пин-кода. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.